Всем привет! Сегодня хочу оставить отзыв о первой обновленной ступени. Первая обновленная ступень очень сильно отличается от ступени, которая находится в бесплатном доступе. Не могу сказать, что она хуже. Нет, она не хуже. Но она отличается. Отличается своей наполненностью и своими практиками, и то, что там есть. Действительно магическая первая ступень. Во-первых, там есть коды, которые дают открывание полностью всех чакр, которые у нас есть. От депрессии. Это действительно так и работает. Когда смотришь на человека, допустим, на ребенка или на человека, у человека нет настроения или что-то там не так. Читая этот код, можно это все поправить. Не только у себя, но и у других людей. Это действительно так. Коды есть в конце, Андрей Андреевич дает. Есть коды от зла. Есть коды от... Андрей Андреевич даже дает от онкологии коды, где можно взять, почитать и избавиться от этого в течение хотя бы 2-3 месяцев, когда мы читаем. Для семьи вообще код универсальный. И этот код, наверное, не знаю, наверное, всем людям нужно, у кого есть семьи, у кого есть отношения хорошие, которые идут к свадьбе. И, в принципе, вот этот код читаешь, реально получаешь то, что сам спокойнее становишься. И когда ты сам спокойнее становишься, вокруг тебя как-то все так, ну, спокойно становится, все как-то, ну, укладывается все, знаете, так, как надо. Как бы, вот как по полочкам все получается. Это удивительно, если честно. Вот многие говорят, там надо что-то, надо пойти, там что-то как-то. Мне кажется, нет, все гораздо проще. Нет злости, нет уныния, нет этого всего. Просто берете четки и читаете 108 раз коды, которые вам нужны. Ну, где-то к вечеру вы уже получите результат того, что вы начитаете. Это реально. По поводу в конце обретения своих способностей, Андрей Андреевич дает коды тоже, их 8 штук. Мне раньше снились очень сильные кошмары. Ну, это было что-то, ну, нереальное, что-то было совсем. Вы знаете, сейчас вот полностью прочитав эти все коды по 108 раз, когда читаю, сплю спокойно, сплю, спать стало лучше, более так. Ну, было что-то, но до такой степени. Андрей Андреевич дает символы богатства и как выйти из бедности. Насколько хватает всей энергии, когда делаешь, в свой кокон вносишь, ты тоже получается на свою результативность. Первая ступень — убирание свечи, проблем на свече. Это вообще феноменально. Реально, можно убрать все, что угодно плохое из своей жизни. Так что практикуйте, делайте, занимайтесь. И вместе все будем заниматься, практиковать и получать результаты. Всем хорошего дня, хорошего настроения.